Машину переоформляли, купили, выбрали, все нормально. С человеком, да, посидели в ГАИ, посидели везде, там получили номера. Ну и тут по-человечески человек данный предлагает, говорит, давайте, ребят, я вам сауну, короче, организую. Нас три мужика. Мы такие, ну давайте, как бы. Он говорит, хорошую сауну, я, правда, в ней не был, но ее рекомендовал человек. То есть, чтобы вы понимали, доходы у этого мужика, который приобрел машину, не такие уж, да, чтобы в такие элитные сауны ходить. Ну, в общем, мы как бы приезжие люди с этим вот вторым мужчиной, так скажем, да, а этот местный. Приезжаем в сауну, такая тетенька в очечах, да, говорит, так и так, ребята, 6 тысяч сейчас. Он говорит, хорошо, гуляем, у него уже было мясо, то есть мы заехали, взяли мясо, там специальный магазин, замаринованное, очень крутое мясо. 18 тысяч за 3 часа отстегивает чувак. И здесь она говорит, и 6 500 за использование мангала. Я такой немножко напрягся. Но этот парень нормально, нормально все. Но я понимаю, мужик хочет гостям как бы сделать, ну, как можно интереснее, как можно лучше, да. Но я вижу, что тут бегает мужик около этой администраторши. И на ухо шепнул ей, москвичи, типа, москвичи, типа, москвичи. То есть у нас наша машина стоит там, то есть на московских номерах. Я такой стою, ну, недопонимаю немного, а потом допонимаю. Думаю, ах вы, короче, такие вот эти, да? И здесь, когда мы уже начинаем уходить как бы в зал, ну, заходит пара. И я такой немножко раз, а я всегда очень внимательный до деталей, да, я не очень люблю, когда меня наебывают, да. Я людей никогда не наебываю. И не люблю, когда меня. Это вот золотое правило, да. Если, то есть, я что-то чувствую, тут будет, сука, конфликт просто страшный. И она им говорит, да нет, ребят, это вот, это, и мангал я вам так, ну, что вы, типа, этом будете платить, какой мангал, я такой не понял. Короче, 3 часа проходит, мы немножко вроде там расслабились, подпарились, здесь выходим. Вот, у нас, внимание, были свои дрова, которые мы привезли в багажнике. Вот такую вот охапку дроб. И здесь она нам заявляет, ребят, и 6 тысяч за использование собственных дров. Я тут чуть не упал. Все, мое терпение лопается. Я говорю, просто шторочка у меня падает. Я говорю, так, женщина. Я говорю, я, конечно, все понимаю, но вот здесь вот я говорю уже перебор. Вы понимаете формулировку за использование собственного? Да, у нас тут вообще-то дымоход надо чистить, электричество палите. Я говорю, так, стопе, я говорю, стопе. Дымоход, я не знаю, я говорю, вот этот друг тебе, может быть, блядь, дымоход там и будет вечером, твой, собственно, сука, чистить, я говорю. А здесь мне впаривать, я говорю, не надо. Во-первых, мы конские по 3 часа тебе отстегнули. Во-вторых, мы отстегнули, где ты видел использование мангала 6 рублей? Я говорю, ты с дуба рухнула, ты что? Она стоит у нее, короче, это, здесь этот, типа, бычок там подрывается, короче. Да я сейчас это, я говорю, что ты сейчас это? Я говорю, да давай, остынь, короче, осядь, короче, иди вообще, посиди, я говорю, ты с кем так разговариваешь? Ты. Я говорю, ты не прав. Я говорю, любого привози. Я говорю, я сейчас всем обосную. За использование собственных дров. Когда вы мне, ребята, вот такой чек выпишете, где будет использование собственных дров, я плачу. Пока, короче, мы не оплачиваем. И она вообще стоит. Я говорю, сейчас вызову ЧОП. Я говорю, давай вызывай ЧОП. И чё они мне скажут? Скажут, ребят, ладно, все. Я говорю, понимаешь, ЧОП это... Начинаю я объяснять про ЧОП, то что это... Здесь она, да, он говорит, нет, ЧОП не надо, а что он, да, давай директора вызовем. Я говорю, давай. И директор в трубку говорит, что-то ей говорит. Она говорит, ну, директор вот не может подъехать. Я говорю, слушай, вот мы тебе платили, да, дай бог тебе здоровья, да, твоему директору, за то, что ты и так здесь содрала с нас, дай боже. Я говорю, мы просто сейчас выходим, садимся в тачки и уезжаем. Я говорю, забываем это место, да, и я не буду, я говорю, афишировать, где это и что это, да, но это, ребята, на вашей совести. Они стоят, гривкой Машу, да, с директором, я говорю, трубочку мне, директор, давай, а он говорит, не-не-не, я, ну, он как бы психическое состояние свое бережет, я понимаю, вот этих двух как бы там выставил, да, статуэтки такие, они как эти, стоят с мраморными лицами, да, им главное, да, содрать как можно денег. Ребят, короче, сервиса в России нет, ничего нет, просто ужас, с людей деньги дерут, будьте осторожны, отстаивайте свои права, всегда требуйте, вы мне чек давайте, не переводы с карты на карту, не наликом, чек, использование мангала, использование, собственно,
косыных дров, использование воздуха, использование там, я не знаю, то, что на тебе висят плавки, которые ты используешь, знаешь, в сауне, ну, банальность какую-нибудь там придумать еще. Это ужас, ребята, это ужас. Я просто, конечно, в шоке. Я вот вас немножко предупредил в этом видео, да, вот человек хотел как лучше сделать, а получилось так, что человек просто в шоке. Я понимаю, конечно, машину купил, все. Ему там еще резину брать, магнитол он хочет поменять, сигнализацию надо нормальную вставить, а не вот это там какая-то стоит китайская. То есть, я говорю, у тебя еще трат будет, да, брат, трат будет. Ты чего? То есть, это только начинается, да, новая машина. Фу, я, короче, решил этот видос прям встал, вот думаю, запишу. Ребят, заходите в телеграм-канал Parfum Money, да, ваши посылочки, да, не успел я, их очень много, вон там лежат, я вас сейчас все отправлю, вот такая вот парфюмерия французская, качественная, да, у нас нет всяких складов, там, магазинов, у нас все просто очень дешево, очень качественно и напрямую, прям из завода, из Франции к вам. Заходите, ссылка там, я вас всех очень люблю, да, лайк, до скорых встреч, всем пока.